Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скелетон, Пингвинус, Куёка, пацанчики, поздоровайтесь. Е-ди-ди-ей. Всем привет. Как там деньги? Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Офигенная рубрика, которая у нас не была очень давно, это «Чужой должен взорвать бомбу». Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны могут использовать любое оружие, а я должен найти бомбу и взорвать всю эту карту. Поэтому, ребята, с вас лайк, подписка и классный комментарий. И от этого будет ролик очень-очень веселым и классным. Так, вы уже, я вижу, здесь завалили все парты, все позаваливали, ах вы черты. Эй, это я должен был сделать в конце ролика, все уничтожить. Так, я должен что, найти бомбу. Давайте будем открывать все карты и искать бомбу. Слушай, Дима. Да. Я заложил бомбу, но не знаю, где она находится. Эй, а ты ее залаживал хоть? Да, я заложил. Я запретил, но забыл. Отлично, отлично. Дима, помнишь мою любимую нычку со столами в столовке? Да, 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 да. Я там жду тебя. Эй, я должен бомбу найти. А не тебя искать. Куёко. А да. А ты в классе заныкал или где-то так? В коридорчике? А я там кинул-то и ходил. А большая бомба или маленькая? Большая. Большая, я понял. Мне это нравится. Все больше и больше. Слушай, я нашел, нашел. А, не, не нашел. Было бы прикольно найти бомбу. Я нашел бомбу, я нашел. Нашел? Да. Нет, нет. Ты что, царь бомбу поставил? Ты что, идиот? Ты что наделал? Ой. Привет. Слушай, хочешь? Yes. Конечно, это был первый раунд. Так, теперь можешь Куёка запрятать чуть-чуть меньше бомбу. Давай, потому что ты реально, что ты вообще псих, что ли? Или что? Ты что наделал? Ты что взрыв по ушам так дал? А так, очищаем карту, потому что ну нафиг. Так, хорошо, дубль 2. Теперь Куёка сейчас запрячет бомбу поменьше, не сильно маленькую. И я попытаюсь вселиться из пацанов в одного и стать большим. Мне кажется, когда буду большим, я буду старем. А может, я запрячу? Давай ты запрячь. Дим, я уже. А, ну все. В следующий раз ты будешь прятать. В каждом раунде будут пацаны ныкать разные. Так, надеюсь, этот раунд будет чуть подольше, потому что Куёка реально как-то запрятал. Кстати, мы с Куёка с тобой одинаково подумали. Я еще думаю, открою я эту дверь. Наверное, он, знаешь, заныкал не просто так, как какие-то двери заныкал. Так оно и случилось. А ты какую сейчас бомбу запрятал? Чуть поменьше? Ну, намного. Ну, не баночку консервную эту? Ах ты, тварь, в голову, я испугал. Блин, я ж дернулся на стуле. Ах ты, говно вонючая. Я запомню твой скин на лице. Сейчас. Я ее под парту, погоди секунду. Давай, под парти, под парти. Вот. Дима, ты не забывай то, что я любитель револьвер. Ах ты красиво убил просто. Как ты так попал четко? А я просто смотрю и... А, я не то сделал! Есть! А, не, я думал, это бомба, я думал, это бомба. Так, надо найти пацанов и вселиться. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать классный ролик. Я опять забыл, где бомба, там что ж такое. Да тварь, а? Ну хорошо. Не получилось, Дим. Ладно, буду не 5 секунд, 3 секунды буду в кишках сидеть. За 3 секунды можно что-то сделать. А, ты меня вселился. Ой, извини, прям в голову прилетел. Это короче, называется... Мало хп было. Поцелуй чужого. Я не могу бомбу найти. I love you. Так, делаем пониже кавер. А, уходи, Дим. Ах ты тварь, а? Получил. А я не вселился? А, я не успел вселиться, я не успел. Хорошо, я запомню твой скин на башке вонючий. И бомба. А где бомба? В натуре. Яйца в арматуре. А у тебя скин, я не могу в тебя вселяться. У тебя скин какой-то банановый, а чужой не любит бананы. Давай другой скин бери. Возьми обычного какого-то челика. Потому что видно банан скина, у него хитбокс, видимо, у него немножко не такой. О, давай папайруса. У папайруса, конечно, кости. Я буду кости жрать твои, ну ничего. Я стану Серегой. У Сереги надо спрашивать уже скоро авторское право, можно ли использовать его модельку. Есть! Нашел? Да нет, я нашел человека, который мне может помочь потом найти бомбу. А, это Куёка. Давай! Куёка! Ой, Куёка! Да что я не смог тебя вселиться? А что я не мог вселиться? А я потому что... О!
Я бомбу нашел. Черненькая, маленькая. Так, с значком Дима, погоди, ядерного пойду. Взрыва. Давай, я тебя жду. Возле этой бомбы. Теперь пусть прячет кто-то из друга. Давайте теперь запрячет у нас скелетон. Или давай, кто там у нас? Не, давай я. У меня есть одно место на примете. Ну давай, давай, давай. А потом пингвину запрячь. Только, конечно, я сейчас застрял в двери. Ну ничего, ничего. Так, пока ты прячешь бомбу, я буду жрать вас. А можно мне тогда сначала на угли хотя бы? Не, только по-честному. Я просто не могу выйти из места. Если ты найдешь бомбу и дождешь ее, нам будет всем плохо. Очень. Ничего гарантирую. Все, я стал большим. Потому что кто-то не догадался убить себя. Че, вы заныкали бомбу или нет? Давайте я заныкаю. Давай, Куёка, потому что пацаны... Все, я уже заныкал. А, все, хорошо, хорошо. А, заныкал. А че я не могу вылезти с вентиляции? Че за бред? Дим, ты не против, если я баночку какой табак, поставлю? Какой табак. Так, сейчас мы килл пропишем, я знаю, такое бывает. Дим, я баночку поставлю вот для той маленькой бомбы, которую скелетон положил. Опа. Есть. Да? Да, давай, 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 чтобы был эффект, будет сильнее эффект. Не, у меня покруче эффект, там покрасивее будет. Бомбу дайте, я красота. Блин, как мне нравится, ребята, играть за большого, это так круто. Давай, иди сюда. Я телефон, меня тащил. Эй, отвали, 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 отвали. А. Слушай, сейчас я тебе патроны тебя в жопу засуну. Не смей. Тебе будут врачи его доставать. Все. Так, надеюсь, так, бомба так, не так, взорвется. Так, 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 так. Иди сюда. Все, Дим, я заложил. Юсас в помощь. Так, сюда. Все, иди сюда, где ты. Ах ты тварь, блин, я чувствую, слышу запах говна. Это Куёка, ты тут рядом? Дима, как ты угадал? Ой, я знаю, что надо сделать. Назад посмотри. Куда вентиляция? А где бомба? Где бомба? Я буду бомбу искать. Так, моя бомбочка где-то здесь. Я ее найду, чтоб я не нашел бомбу вонючую. Дим, что да? О, да. Что нет? Настроение, ребята, офигенно. Ой, знаете что? Надо Куёка съесть. А вот так вот. А я знаю теперь, где я знаю теперь, где находится бомба Куёки. Ой. Куёки, ты сумасшедший, скажу. Один, четыре. Чувак, где вылазишь? А где он бомбу заныкал? Насколько я вижу, нычка открыта. Вижу, вижу, вижу консервную банку. Ну это моя нычка. Активируем бомбу. Так ты сейчас взорвешь сам все. Дурак, что ли? А, как ты меня убил? Дима, читер. А че я не могу взорвать бомбу? Давай я помогу тебе. Не надо, не надо, я помогу и так. Она, кстати, отсырела бомба немножко. Там дополнительный взрыв. Ой-ой-ой. Двойной взрыв. Отлично. Так, пацаны, теперь мы не бомбу. Теперь вы должны охотиться на меня. Дима, знаешь такую, как сказать? Видишь взрыв? Еще один. Да, 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 да. Это моя бомба взорвалась. Что-то она у тебя отсыревшая, да, была? Не-не-не, она, короче, двойным взрывом взрывалась. А, я помню, она сначала накапливает, а потом отдает. Да, нет, она сначала, смотри, она сначала накапливает. Потом первый раз взрывается, а потом второй раз, уже когда частички уже полетели, она взрывается еще раз. Офигеть, вот это мощь. Так, короче, кого я сейчас первого убью, тот лох. Кто взял админский пистолет, Куёка? Это мясо, что творится. Ой! За что меня? А! Ты был во мне! Эй! Ты же затворился, выходаля какая-то. Это звучит ужасно. Ты был во мне. Отлично, отлично. Дима сам сказал, может, любое оружие. Нет, Дима! Или то он лох. Это было жестко. Это не я, это пингвин. Не считается, меня убил Куёка, а не давай, давай. Уйди отсюда, червяк!
Давайте я помогу, слушай. Подойди. Ах ты. Мне даже отбитки пистолет не помог. Че, пацаны, страшно, да? Ого, тут парты навалило в одну гору. Просто жесть. Ай. Блин. Чужой разозлился. Чужой очень злой. Йока, дай админский пистолет, пожалуйста, по-братски. Ну что, давайте, я вас жду в столовке. Буду вас по очереди уничтожать. Убийцы. У нас тут, конечно, пожар. Ой. Опа. Что вы творите, бахханали, ю? А блин, горит вся карта, прекращайте, мужики! Йока, дай мне админский пистолет. Ого, они как меня хотят наказать. Йока, дай админский пистолет. Йока. Нет, я почти вылетал. Блин, так круто мы чужим, так круто, мне нравится. А я придумал... Я вас жду. О, давай. Ой. Ай-яй-яй. О, стой. На. Один из тоже на. Где вы? Ты где? Я вас жду в столовой. Быстро заходи сюда. Так, вижу. Чё? Вижу одного чили-пиздрика. Сейчас я его замочу. Ой. Да вы что творите? Каким фигом ты меня убиваешь, когда я около тебя стоял? Ну так вот, это жизнь, обстоятельства. Привыкай, все будет в этой жизни не так, как ты хочешь. Отлично, еще одного сожрал. Дим, может ты смертного возьмешь, пожалуйста? А, чё? Давай. Да что ж так громко? Бам. Да вы что делаете? Да вы психи! Куёка, выдай! Куёка, я сзади! Куёка, выдай! Так, сюда! Куёка! Я слышу его, он сзади где-то! Да, я здесь, я иду! Невидимочки! Не, я видимый, Вы подожгли всю, блин, школу, тут пламя фигачит, просто нереально! Блин, он так громко взрывает этот пистолет вонючий! На тебе. Кстати, у меня может вылететь из-за взрывов вот этих. Ничего, не вылетит. А пацаны, теперь я заложу бомбу. Куёка. Теперь я заложу. Да, теперь вы должны найти бомбу. У вас будет одна минута. Чтобы найти бомбу, у меня вылетело, похоже. Слушай, Дим, давай найду. Давай найду бомбу с помощью бомбы. Как? Найду бомбу с помощью бомбы. Я бомбу поставил? Вулканическую, это прям вообще мясо будет. Дима, я сейчас поставлю ту, которую, помнишь, я ставил с двойной. Давай, минута пошла. Время идет. А мы гуляем себе, гуляем. А если я взорву эту бомбу? Ну тогда взорвется все здесь. Окей. Опа, Дима. я кого-то слышу. Прощай, Дима, ну чё, готов? Давай. Куяка, дай мне админский пистолет. Взрыв. Ребята, сейчас будет что-то вакханалистическое, которое вы больше всего любите. Ну что? Надо быстрее улететь, посмотреть, показать со стороны. Ой, я даже не успеваю улететь. А, мгновенная смерть. Я не знаю, где эта бомба была. Она, короче, была там, где столовка. Ой-ой-ой-ой. Там еще выход на улицу, я понял, там она там была. Еще 6 баночек, поставь меня, забудь ее создать. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики. Еще.